чё, у нас еще время есть все это сделать. Тяу-тяу. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Что-то вроде сильный билд, но недалеко ушел. Потому что мой прошлый билд был вообще бесподобен. Там были шикарные роллы, я не бегал кругами. Там были офигенные бафы, там была жировая прослойка, по-моему. Но тостер оказался сильнее из-за одного перка, который слишком сильно рандомится. Это просто жестко очень. Просто из-за одного перка. Отдав все свое мясо в мой фронтлайн, он победил. И это было грустно. Ну как бы, если я на роли точно такие же статы и найду перк на взрывание. О, отлично. Отлично. Это, скорее всего, маленькие автоматики, да? Привет, на самом деле, потому что хиляется маг, а не копейщик. Эй, чики-пуки, реально спасибо за... прикрыл рандомную помойку Докстера. Не повезло, не фартануло. Очень жаль. Хотелось тебя видеть на первом месте. Сладенький. Реально сильным билдом прикрыл рандомную помойку тостера. Не повезло, но фартануло. Очень жаль, хотелось бы тебя видеть на первом месте. Спасибо. Sad but true. Эпоха Ктулху магов прошла, и настала очередь мечников камикадзе. Эпохи Ктулху магов и не существовало. Нет, маги, может быть, и существовали в самом начале. Да, это было. Это было. Но я хочу кренделёк купить. Не, лучше улучшить магазин. Дважды. Взрыв вроде падает из поля чудес, но в этом ивенте что-то бесполезное. О, это смерть. В этом ивенте еще и 50 на 50 можно проиграть, да, и все, и рип. Оп, супер классный робот, которого хер пройдешь. Как бы минус хил, пойти на ДНД с нами. Вот честно говоря, я абсолютно согласен, что сейчас, наверное, стоит начинать заново. Потому что, умерев на этом роботе, мы потеряли слишком много ресурсов стартовых, и нам не дали ивент на взрыве. А раз нам не дали ивент на взрывы, поехали дальше. Я так понимаю, если ты займешь топ-1, то будут модельки ванпанчменов. Чувак, в игре уже есть модельки ванпанчменов. Я бы хотел модельку персонажа в розовой рубахе, но прикол в том, что там вроде бы не будут давать модельку. Там вроде бы просто дадут имя персонажа. То есть рандомные челики будут имя получать. Но вообще просто писька вырастет. Да, в игре уже есть ванпанчмен. Ну, как бы звание топ-игрока в рогалике, потому что остальные почему-то не играют. Даже Тидж почему-то не заходил сюда в деспотов на турнирчик, осуждаю, потому что деспоты офигенные. Тидж, Келлен, не знаю, Рек, вообще никто не играл. Может быть, посмотрели, что в игре на самом деле были спонсорские стримы какое-то время, там, летом. Решили, что только так. Фатлайн турнир стримеров. Смотри, есть вот такая вот турнирная таблица. Заняв в ней первое место, мы получим имя персонажа в игре.
Помимо турнира стримеров, вы можете поиграть в демку игры и сами поучаствовать в розыгрыше. Не розыгрыше, вернее, а победив, вы получите кепку с символикой игры. Заняв топ-5. И какой-то сюрприз. Подарок, возможно, копию игры. Ну, было бы логично, если бы игроки в демку получили копию игры. А может и не логично, не знаю. Это я так просто предполагаю. Заряженный удар на стрелков. Вы когда-нибудь видели, чтобы стрелки наносили урон? Вот и я не видел. Стрелки — это тупо саппорты, которые дают скорость атаки. Я говорю, если бы воины давали крит-шанс всем юнитам, что заролить надо? Двойной урон на алтаре. Двойной урон для мечников. Когда эти деспоты кончатся, деспоты офигенные. Они закончатся тогда, когда надо. А потом начнутся снова в середине октября, когда игра выйдет. У нас... Я вообще не знаю, как я буду в Genshin играть, потому что у нас будет, во-первых, Hearthstone Mercenaries, во-вторых, релиз деспотов в середине октября. И... все. Смотрел, как ты играешь Doom. Думал, легко будет. Нет. А, как ты играешь, думал, легко будет. Пришел после работы поиграть, что-то тупил по-жесткому и не понял, как играть, что качать. Мечей. Качать мечников. Я думал, ты про Doom. Случайные искры идут нафиг. Я не знаю, может быть, мы сегодня и скатаем каточку в Роглордов все-таки, когда мне надоест вот это вот извращение вот этим заниматься. Что, мы поменялись топы в рейтинге? Нет. Там не фулл бафы, Андрей Петров. У Тостера не так много бафов на мечников, на самом деле. У него просто взрывы взятые. И через это хер пробьешься. Я на самом деле хз, может быть, надо попробовать. Давайте, знаете, что в следующий раз попробуем, когда нам начнет заходить нормальный билд на мечников. Давайте попробуем собрать не 3 метателя, а 8. Или 10. Может быть, наш АОЕ урон через метателей пробьется через его этих челов. Но, по-моему, метатели делают только хуже в ситуации с взрывашками. И лучше, чтобы их не было. О боже, 2000 получил. Взрывы контрятся магической защитой. А сомневаюсь, там не написано, что этот урон магический. Наносит 200 урона всем врагам. Там то строчел по 6к хп, хз, метатель не огжа. Почему? Ты метаешь двуручника, и они в АУЕ все уничтожают. Фулл маги с выкачкой в макс урон нет. Фулл маги умирают от любого одного метателя просто. А у него есть один метатель. Фулл маги уже расконтрены. Короче, с фулмагами какая тема? Они могли бы играть, если бы было бы больше игроков, если бы хоть кто-то попытался расконтрить тостера через билд ванпанчмана. Вот, а, соответственно, самого ванпанчмана контрят маги, потому что у него нет мэджик резистов. Причем ванпанчман билд через воина, не через бойца. Хотя там, наверное, на самом деле без разницы. Стрелки ни о чем. Мы еще не пробовали метателя через бомбы. Вот хочется попробовать метателей через бомбы. Очень хочется. Но если придет им двойной урон, я их возьму. Оно не приходит пока что. Я хочу попробовать билд на метателях. Это, наверное, единственный предположительно нормальный билд, который мы не пробовали. Метатели плюс танки причем. Чтобы у метателей было как можно больше времени, чтобы раскидать бомбы. Вот.
Проблема в том, что я не знаю, как такой билд уничтожит магов. И это проблема. Как же билд на антихиле и искрах? Ну тут видишь, слишком рандомно, потому что это надо начать, во-первых, с искр, а потом искать двойную прослойку на хилеров. И я все равно сомневаюсь, что этот билд хоть что-то может вытащить. Как же бесит, что приходится сражаться еще с собой и нет возможности попытать счастье разными расстановками. Почему он заставляет с собой драться? Почему не сразу стоп-1, а потом стоп-2? Это странный механ. Мне кажется, им надо его поменять к релизу, чтобы если ты занимаешь высокие позиции, ты не сам с собой дрался, улучшая свой этот, а с тем, кто на один выше, а уже потом... А уже потом начинал драться с собой, если не получилось, например, первое место занять. Через чистые вышки играл. Это сколько инженеров надо поставить? Не, слишком дорого и невыгодно. По идее. Инжи довольно танковые местами. С подвышки нужно бафы брать, чтобы они типа сильнее дамажили, по идее. Потому что там некому дамажить. В билде на вышках некому наносить урон. Кстати, а нет же перка на двойной урон инженеров? Тебе, наверное, чтобы побить себя на втором месте, нужен один билд. И для того, чтобы побить тостера, нужен другой билд. Такое возможно. Типа, это примерно так и есть. Я мог бы побить тостера при помощи ванпанчмана, но мне приходится играть против себя и против магов, которые идут до этого. К сожалению. День рождения. Только раз. Га. Туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру. Хотя он пытается наролить либо двойную атаку на мечников, либо... АОЕшку на мечников. Может быть, стартовать иногда с двойного удара на копейщиках, но я, честно говоря, сомневаюсь, что это хороший мув. Баф мечников со старта тяжело ролится, ну, попыток 20 рерол приходится сделать где-то. Вообще много чего нужно в балансе поправить, а поэтому игра и демка, поэтому ничего страшного нету. Плохо то, что они к этому турниру ничего не ребалансят на этом турнире. Вот это грустно немножко. Могли бы попробовать что-нибудь заребалансить пару дней назад. Когда видели, что мета слишком сконцентрирована на мечниках. Копейщики плюс камикадзе. На самом деле, если так подумать, копейщики с двойным уроном отпрыгивают... Ну, не, подожди, так они сдохнут. А вдруг до копейщиков взрыв не достает? Ну, а как он может не доставать? Мечники же подойдут и взорвутся прямо в миле. Просто у копейщиков ренжа хорошая. Наоборот, норм, что в турнире не ребалансят, или приходилось бы вайпить таблицу. Эх, оп, все, поехали. Если еще попробовать через одного чела, нет какой-то имбо комбинации против магов. Можно попробовать два чела плюс один метатель. Но... Я сомневаюсь... Так, надо как можно дальше выставиться, на самом деле, чтобы... О, это еще и мечник оказался. А все равно не помогло. Так-с, поехали. Угу. Жаль, ничего. Блин, если я сейчас такими темпами умру, это будет очень грустно. Ну, чтобы здесь был один юнит, и это был маг.
Да твою ж, отстань. Окей, пила, все, супер, восхитительно. Здесь плюс ничего больше. Это лучший старт через пилу раннюю. Босс, конечно, неприятный, он может сейчас копейщика убить, но может по копейщику не попасть, кстати. Фак, попал. Но тот выжил. Хорошо. Все, все, отлично, отлично. Два чела, у которых миллион Magic Reza. Ну, 70 без... Так, стоп, вращаем барабан. В чем смысл жизни на барабане? Паника. И вот мы повращали барабан, но нам не повезло. К сожалению, выпало говно. И такое может быть, потому что в барабане тоже шанс на говно есть. О, боже мой. И нам уже барабан-то не придет. Может быть, сразу рестартить, несмотря на отличный старт через пилу. Потому что старт с пилой здесь действительно хорош. С другой стороны, пришли критические удары. На самом деле, нужна, конечно, вампирка, а не критические удары, но... Нет, пройдемся еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть можно пройтись. Еще одна пила, хорошо. Просто выкупить. Блин, как же они тут долго стоят, тупят. Рерол, рерол. Есть 10 брони, но это так мало. Есть дежавю. В принципе, для старта... Выглядит неплохо. Резистов к взрывам нет, они... Это, ну, по крайней мере, непонятно, каким уроном это считается. Мэджик уроном или не мэджик. Мы не знаем. Или физой. Там не написано. Пока нет вампирки, берем третьего хила. Рибин за пилой кек. Или вообще это чистый урон, да? Который не контрится никаким, никакими цифрами. И такое может быть. Раз, два, телепорт сюда. Раз, два, да? То есть без разницы, как бежать. Разница только в том, что мне надо покушать. Духовный урон, да, возможно. Моральный урон, взрыв Коккора. Да уж. Несколько ауешных мобов. Сейчас хилы будут просто друг друга хилять. Симпатичный робот. Риски. 30 монет. 30 монет. Это хороший старт в самих мечников. То есть на мечников конкретно этот старт очень хорошо выглядит. Ага. Раз, два... Ну и давайте поставим Эскалибур, чтобы критов было побольше. Ну и давайте обычного мечника, чтобы у нас все было закрыто. Японский. Метатели оставляем. Значит, потом вернемся.
Блин, зомбари, у нас нет вампир... Нихера, зомбари сейчас трех рук убьют. И это наш хороший старт или что? Боже мой, что происходит? Надо на бургер, да, сходить, скорее всего. Желательно. Может, одного челика продать, уже копейщика нафиг, то я не хочу картошку покупать, но вообще придется. Пойдем еще дальше направо. Без вампирки очень потно. Опа. Оешечка. Чел, ну мы потом мимо пробежим, окей. Блин, еще здесь куда-то бежать надо. Чё же этот уровень такой гигантский? Реролл, реролл. О, не вампирка, но... Выглядит тоже хорошо. Окей. Надо дальше бежать. Но здесь еще тупик, скорее всего. А, да. Мясо есть мясо. Стрелки за 18. Не. Естественно, хилы в таких боях вообще не успевают прохилить. Раз, два, три. Придется взять картофан. Я за кучу урона, ранжей и фир, но, видимо, такое не собрать. Даже не уверен, есть ли фир на ранжах. Фир нужен? Не особо. Жаль, ОЕшки не взяли, так бы было попроще драться с ними. Щальку за 5, нафиг. Мне ивент часто приходит. Ну и зареролил уже я. Так, ну довольно удобно, что он к телепорту, конечно, пошел, но... Угу. 30 жетонов, и мы тебя не видели. Спасибо. Ой, я еще здесь точку пропустил. Значит, на нее надо зайти. Нормальный урон ранжей, только у метателей бомб. Да капец, сколько я картошки выкупил из-за того, что у меня очень много юнитов, из-за того, что у меня нет вампирки. Поэтому без вампирки в начале игры тоже очень сложно.
И без мета... А, ну, АОЕшечки, кстати, хорошо здесь растащили. Против зомбарей там. Так, нам надо в начале пятого уровня закупаться, да? Челиками. Стоит задать один вопрос. Что ты создаешь, Кул? Мечта наблюдать за художником. Так, во-первых, одного метателя, двух метателей. Самых живых, наверное, будем метать. Во-вторых, парочку еще джедайских мечей. Поехали. Интересно, Rogue Lords будут персов добавлять в будущем, судя по там промо, там еще Вервульф будет с тыквой Джеком. Враги, которые мне не страшны. Блин, я лучше здесь, короче, приролю в начале, потому что возвращаться сюда потом будет очень сложно. Вампирочка. Так, а у нас есть здесь все еще дежавю, да? Эй, какой нахрен автор-остановка? Что это такое? Длинное нажатие, чтобы применить ко всей команде. А вот оно как работает. Сколько у меня юнитов? Плюс 6. Маловато, надо больше. Скупаем метателей. Я хотел попробовать как можно больше метателей набрать в этот раз вместо воинов. Вместе с воинами. На резистах. Да я не буду мэджик резисты брать. Это слишком дорого за слишком бесполезные вещи. Это точно не рассматривается. Там рейндж взрыва. Ну, примерно вплотную, наверное, такое же, как и АОЕшка. А, кстати, поэтому, наверное, АОЕшки на метателях и нету. Если так подумать. Да. 5 бафов. Потому что они сами себе АОЕ. 4 метателя, итого уже неплохие цифры. Мечник. Не, стрелков я не буду сейчас собирать. Мечник. Хорошо. Это было быстро. Так, пора делать рероллы. О, да, хорошо. Теперь. Здесь я уже реролил или специально оставил? Я забыл, что здесь было. По-моему, оставил. Угу. Что я оставил, я молодец. Раз, два, три, да? Ага. Хватит. Толстенная кожа, пожалуйста. Толстенная кожа. Кожа! Вот, ну ладно. Ничего полезного, так ничего полезного. Здесь босс где-нибудь справа. Ну, а, удачно, блин, нет. Антихилы убивают вампирку, конечно. Это хрень жесткая. Эти антихилы. Так, теперь сюда забираем доп урон или скорость атаки, я не помню, что там было.
Там был бонус к атаке. У нас уже 6 бафов, а мы лишь в 4-й локации. Предлагаю выкупить бургер. Хилы с кровопусканием плюс искры швак. Не пробовали. 20% скорости атаки явно надо брать. О боже, что за ваншот. Так, а какая неделя классических игр? Это интересно, как вообще опыт в игре делится. Узнать бы вот такие вот игровые механики каким-то образом. Ну, метатель я сейчас не хочу выставлять, иначе у нас по еде будет жопа. Последний ролл юнитов, наверное, хватит, в принципе. Да, я думаю, что хватит. Пора выходить в здоровье. Воскрешение намечников, если есть, почему ты его не используешь. Воскрешение, как оказалось, слабый перк, который работает только после битвы. Если вдруг у тебя кто-то умер в битве, ты его воскресишь. Так, мои, например, вообще. Лифт ждет, наверное. Оп. Лю-лю-лю-лю. Так, ну и говно, конечно, этот алтарь. Одним челиком. Вот это можно в самом конце ролить. Ох, еще один трех рук. Не, я не могу его не взять. Здесь уже пора качаться. Может быть, кренделечек стоило взять? Такое-то. Как же долго. Что-то это все никак не выхиляется. Мне, наверное, поближе надо поставить немножко. Так, этот рерол потом. Бургер лучше сейчас. Ровно? Нифига себе, вот это повезло. Так, ты же успеешь. О, как подошел, прохилился, молодец. Так, все, дальше выкупать ничего не надо. Скорее всего, еще один магазин должен быть с юнитами. Угу.
Блин, как удачно три алтаря прям рядом расположились. Я же сейчас нормальные рероллы сделаю, по идее. Ну, попробуем. Ролл. Ролл. Говно. Говно. Разве что вампирка наметатель, но я за ней возвращаться даже не хочу, если честно. Я очень надеюсь, что вот здесь ТПшка есть рядом с боссом сейчас. Потому что мне почему-то кажется, что она должна быть. Так, а это не последние или эти? Возможно, последние. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. И сколько у нас в итоге метателей? Ну, много. Расставлюсь заранее, чтобы... было получше. Но опять же, без взрывов. Я не знаю, как это вытащить. Просто понятия не имею ни малейшего. Метание человеков-то есть? Есть. Да, оно само постоянно каким-то образом берется, на самом деле. Типа, ты о нем просто забываешь. Оно просто приходит, и все. Ну, типа, ну, не может не прийти. Вот так вот это работает. Че этот мечник здесь забыл? Тебе что, поставить некуда, что ли? Вот сюда. Хим. А! Допустим. Угу. Короче, сейчас надо надеяться на телепорт. А он есть. Хорошо. Теперь сюда. Жестко, блин. Что у нас здесь есть? Скорость атаки или урон? Бонус к атаке. То есть мне скорости на самом деле не хватает. Так, теперь сколько нам надо пройти? У нас нет рубахи, у нас нет рубахи. Значит, в принципе, все равно за 9... Не, надо было за 7 плюс бургер. Free spin me right round. Ну да, да, уже ничего не падает. Устрашение. Ну, неплохо. Осталось только здесь пореролить, я сейчас вернусь к этому устрашению. Раз. Жир! Нету ни жира, ничего нету. Можно взять кровопускание. Вместо хила. Можно фаербольчик взять. Сколько у меня хилов? 2, да? 50 здоровья восстанавливают. Кек. Ну ладно, за фиром надо вернуться все-таки. Я думаю, что... 7 бафов, но не такие себе. Нету хп, 6000, ну... Раз. А, тут же есть, блин, телепорт прямо к боссу. Ай, хер с ним. Сам на это надеялся, чтобы потом к нему просто прыгнуть. Дежавю тайм. Блин, а может быть, кстати. Что мы здесь нашли в этой локе? Мы в этой локе нашли только фир, да? По-моему, огромную силу мы залутали в предыдущей. Блин, а может и правда дежавю? Да, эфир нам нахер не нужен, нам нужны просрочки. Ох.
Нифига протиснуться не может. Да чё они застревают-то? Как будто игра залагала. Так. Да, кстати, здесь правда ничего нету. Пим. Зря, этот последний рерол сделал. Будь спасибо, спасибо. Вдруг одной монетки на что-то не хватит. Так, что мы делаем? Как мы это делаем? Налево. Не все успевают подойти прохилиться вообще. Далеко не все. Лишь не каждый может пойти и прохилиться. Хилы получают бонус к броне. Вау. Не только лишь каждый, да? Так, ну это мы, естественно, не берем. Идем в эту сторону. Я не совсем запомнил, где там были эти, кстати. Блин, скорости атаки мне, конечно, не хватает на самом деле. Снова будут 50% миссы у новичков, может накопить их, чтобы удары танчили в конце. Это так не работает. Ну, типа, нет, идея интересная, но вроде не работает. Так, по-моему, направо еще ТП-шка будет, да? Вот здесь вот. Я немножко уже забыл. Но, по-моему, там что-то будет. Опа, 50% АТК спид. В любом случае, я в прошлый раз хорошо пробежался и в этот раз также пройдусь. 27 еды. Угу. Где-то здесь же будет еще магазин с челиками, по-моему, должен быть. Очень жесткий билд, возможно, себя сейчас перебью. Над боссом магаз. С ТП-шкой. Вопрос вот в чем. У нас билд здесь в огромную силу, еще 50 скорости атаки, нету лучников. Может быть, скорость атаки еще здесь качнуть? Но чтобы побить тостер, важно здоровье, а не скорость атаки. Потому что... А, вот еще магаз, кстати. Не, по-моему, там пустая точка, а не магазин. Разве нет? Все, пора реролить. Давай. Давай, жир. Жир, пожалуйста, жир. Нет. На устрашение магом. Пускание. Нет, мы просто оставляем, мы же ничего не берем, чтобы реролить дальше. Зачем считать клетки и количество проходов? Это все из-за шкалы бургера? Да, все верно.
Давайте здесь, наверное, метателей возьмем уже. Ну, еще один. Блин, хочу ли я рыбу по скидке, чтобы бомбы были сильнее. Ну, метателей довольно много, бомбы станут наносить по 100 урона вместо 30. Нет, по-моему, здоровье важнее. За 70, ну, да, за 18, за 7, ну, блин, я хотел попробовать билд на кучу метателей, поэтому я возьму еще одного метателя. Дальше мы качаем здесь вот это. Блин, если заранее не расставятся, метатели будут друг друга метать, поэтому поехали. У нас, кстати, три хилера. Может, и стоило кровопускание взять. О, блин, хера у меня бомб. Вроде ничего, такая расстановка. Трех рук мало, ну да, 4 штуки всего, тут как бы согласен. But what will you do? What will you do? When we get a tenacious D tattoo. Tenacious D tattoo. Так, мне надо обязательно пробежаться здесь переролить. А вдруг придет жир? 27 плюс 10. Лучше, чем один пончик. 39, поехали. Давай, жировую прослойку на мечников. На мечников. Я сказал на мечников. Мечников. А здесь уже не приролить особо, потому что здесь плюс 50 урона. Ну, 7 бафов. По-моему, это больше, чем у меня было на моем самом лучшем забеге. Может быть, я обгоню себя? С другой стороны, тостер, когда я... В прошлый раз, когда мы с ним дрались, мы... почти его вынесли. Так что, может быть, если я обгоню себя, я вынесу его. У тебя там разве не 8 было? А честно, я не помню. Сверка нет, на рестарт мы уже рестартанули. Поздравляю, ты прошел, спасибо. Еще хп. Ребята, я не помню, вы, может, помните. Я не помню, 30, к сожалению. Одной монетки не хватило. Что-то я где-то один рерол, да, запасной делал. А вот мог бы 20% скорости атаки качнуть. Ладно, у меня теперь больше метателей. Мы типа тестим на метателях еще заодно этот билд. Пятый уровень. Блин, не все, кстати, пятый уровень качнули из тех пил, которых мы выставили в самом конце, к сожалению.
Да и вообще большинство не качнуло. Все-таки лучше в конце выставлять предыдущего забега. Ставочку. Ну давайте, этот билд выглядит как минимум сильно, поэтому... Сколько у меня хп? 12 тысяч? 8? Блин, не знаю. Ой, не знаю, чат. Давайте так. Побьем ли себя? Нет, какая-то плохая ставка. Название даже. Обгоним себя. На втором месте. Да, нет. У вас 1 минута, я пойду пока... Что-нибудь съем. Tenacious guitar too. Я еще такой жесткий. Я делаю себе сырно-томатный суп. Острый томатный соус беру к сырному супчику. И получается вкусно. Ну что, сделали вы вашу ставку? Обгоним ли себя? Нифига там много на синее поставили, я удивлен. Я очень сильно удивлен, что столько людей поставили на синее. Полетели! Я в тебя не верю, я бы тоже не верил. Этого обойдем легко, он после того, как занял свое первое место и мы его обгоняли, больше не играл в игру. Бомбы, смотрите, бомбы. О, боже мой. Ну, привет. У меня тут еще танк, кстати, в 3к хп. Слушайте, а все может быть? А может быть? А если я обошел себя? Ха-ха! А, может быть, мы обойдем и тостера? Я сразу выдаю ставку на синее. Поздравляю, вы заработали 1 000 000. Но я все еще считаю, что, скорее всего, нет. О, боже мой. И расстановка не совсем вроде с него. И мечники мои сейчас сдохнут, пока будут лететь. Да, двое почти сдохли. Но в целом, мои мечники выглядят, по-моему, слабее. Нет? Ну, что-то его какие-то более живучие, да? Вот и в прошлый раз осталось что-то типа 2 мечника или 1. И сейчас еще сложнее будет, еще сложнее себя будет обогнать. Блять, как же я устал обгонять себя. Ну, какого хрена? Один на одну тычку, да? Да, один на одну тычку. Но зато мы узнали, что билд на метателях, смотрите, какой хороший.